Стен компании Palas. На самом деле это не диодный экран, это бескорпусные панели, но есть таким прикольным хаком. Не новое решение, но тем не менее смотрится круто. Они на кромку накладывают еще ленту диодную, и они определяют, что на изображение выводит на эту ленту картинку. Получается, что этот шов между экранами прячется, и получается такой единый экран. Если смотреть сбоку, то видно всю эту сетку, так вот она с торца видна. Если смотреть в центре, то ее практически вообще не становится заметной, как они заявляют, это якобы получается 0 мм безель. Выглядит круто. А это когда ты смотришь с одной точки, практически незаметно.